Всем привет! Всем здравствуйте! Это Наташа и Вадим. С обзором, естественно, обуви. За неделю. 20 пар, а одна женская хока осталась дома. Они были пыльно-грязные, я их отмыл, и они у меня там сейчас сушатся. Скажи мне, пожалуйста, милый мальчик, вот чем ты, да, чем ты вот прям гордишься за эту неделю? Интересный вопрос. Что такого интересного ты нашел? Тасмания, Австралия. Это Бландстоун. Валялись в бинах, представляете? Какой ужас, какой кошмар. Они маленькие, правда? Большие прям отлично стоили. Я думаю, полтинник. Да. Эти Бландстоуны. Настоящие, да. Слушай, я не знаю, что их там делать. Подожди, а как же люди сюда будут? Ножка-то влезет. Да. Как же ножка-то влезет-то нет, в них? Нет, ну посмотри, это же ужас. Посмотрите, это же кошмар. Посмотри, даже на то, что это резинка, это же надо эту резинку растянуть. Да. Мне кажется, поэтому и сдали. Возможно. Но их поносили какое-то время. Это же кошмар. Короче, женские Бландстоуны развес принесут отлично. Супер. Ну что, тогда уж женские покажу. Да. И рядом с ними конкурирует, вы смотрите, какая, ой, какая красота. Красота Twisted X. Это просто крутизна. А еще из камушка. Да, это еще, вот как будто здесь, я не знаю, как это поверхности женские, изобразили. Да? Да. Ой, так, смотрите, какая, они, конечно, мне великоваты. Ну так на босу ногу-то, понятное дело. Ну, какая прелесть. Да, красивые, очень красивые. Я мягкие, не могу сказать их функционал, но, наверное, просто ходить, да? Да. А как вообще это фасон рабочих ботинок. Ну, это же явно в принципе, с мужские такие, рабочие. Уходят очень хорошо они. Как правило, конечно, в бинах они уже потоптанные, а это в идеальном состоянии. Да, супер. Так, и сколько ты рассчитываешь получить? Полтинник. Ну, красота, красота, действительно. Mm-hmm. Прям, можно сказать, произведение. Произведение, да. Произведение искусства, да. Вот. Про произведение и про искусство. Хотел сказать, молодой крокодил. Нет, это не крокодил. Это была змея. Если верить этой надписи, но вообще-то вот края-то не змеиные. В общем, это, я так понимаю, Снейк, да? Это Stacy Adams, к сожалению, не очень дорогой бренд. Обычная кожа и змеиная. Уходят они, к сожалению, не очень дорого. Но я думаю, 29 все равно эти будут стоить, потому что в отличном состоянии, это отличное состояние. Вот видите, где-то цена стояла $25. Да. И оригинальный синий цвет. Рискнул взять развес, потому что, ну, ладно. Это тоже. Ой, какой приз, большой размер. Приз за самые уродливые кроссовки в мире. Да, боже мой. Да. Мне кажется... Какой кошмар. Мне кажется, даже... Порой, что когда-то. Да, даже для больной ноги есть, можно найти что-то получше. Наташ, это экстра глубокие, экстра широкие. И еще и эти чуни с этими. Ну, это то я есть, понимаю. Это случай, когда человеку уже вообще настолько не до понтов, что вот просто, конечно, чтобы на ноги, чтобы, да, чтобы да. Вот налазил на ноги, чтобы ходить и не натирал даже ничего. Не ходить, может внутри быть. Внутри очень даже, мягкое. Даже наполовину на коляске ездить, лишь бы просто ноги, ну, да, не там, мерзли, да. И не, да. Это, не мокли. И, кстати, ортопедическая стелька внутри. Сейчас я ее покажу. А, вот. Это чисто до машины. А, или на ходунках. Да. А, вот. Поэтому 29, я надеюсь, они будут стоить. В развес они были там совсем ничего. Вот что я избегаю, это так называемые формальные, но это исключение сделал, потому что змея. Джонстон и Мёрфи там вот рядом с ними были в прекрасном состоянии. Оксфорд, такие деловые ботинки. Точно такие же нашел, $15. Ну что это такое вообще?
упал спрос на формальную обувь, а на спортивную, комфортную и все такое прочее, рабочую. Да, говоря про удобную и комфортную, это Тимберлены. Необычные такие Тимберы. Очень мягкая кожа. По-моему, они экстра широкие. Да, 46 размер широкие, поэтому 29 я рассчитываю. Классный. По-моему, тут еще дополнительная стелька. Доктор Сколс еще поставили стельку. Посмотрите на эти потоптанные ботинки. Валялись, никому не нужные. Так, это кто у нас? На. Сделаны в Америке, это тоже ничего не значит. Это, ребята, вот здесь плохо видно на подошве. Это Wolverine 1000 миль. А, здесь, наверное, вот на печати очень плохо просвечивается. Когда-то мне в хорошем состоянии попались такие ботинки. Там вообще что-то запредельно было дорого. Что такое 1000 миль? Ну, видимо, вот ты в них, что называется, или пройдешь 1000 миль, или, а если не пройдешь, то еще за тобой еще трое будут их носить. Гарантия, да, на 1000 миль? Видимо, да. А если они не пройдут, то ты возвращаешь еще и получаешь следующее. Да. Типа того. Так, это какая-то ортопедическая стелька, не их. Вот она. Wolverine 1000 миль коллекшн. Мичиган. Сделано в Америке. Так что то, что здесь сношен каблук, это ничего не значит. Я даже не знаю, сколько это будет стоить, честно скажу. Это как Honda Accord, да, с 200 тысяч миль пробег. Ее продают, а... Нет, Наташ, это как что-то 80-х или 70-х. Например, скажем, Pontiac Firebird, например. Вот что-то вот такое, оригинальное, вот что-то уникальное. Несмотря на большой пробег... Несмотря на то, что он может быть покоцанный, это вот отдельная песня. Поэтому... О, вот. Вот надпись вытеснена здесь. 1000 миль. Круто. Я тоже про эту серию знал, поэтому я их, конечно, сразу схватил. А эти чайники там хватают всякие Джорданы и Найки. Ну и ладно, нам больше достанется. Данеры. Представляете, данеры решили, а что, надо сделать кроссовки. Что, отстают, да? Отстают, да, вот друг. Trail 26.50, не знаю, что за 26, какая-то тропа. Ну, недорого тоже, 28-29. Не знаю, твой размер или нет. А, нет, 40-й. А что-то они не выглядят на 40-й. Не, большие. Trail вот с шипами, да. Точно таких продажи не нашел, Наташ. Это Mizuno. Ограниченные, так сказать, edition, limited edition, Wave Ride 15 в отличном состоянии. Mizuno, интересный бренд. Я когда-то носил, пара тапок у меня было из Goodwill. Прекрасная обувь, просто отличная. Вот я Asics люблю, ношу, и Mizuno. Ничего про эту фирму не знаю, про ее историю, откуда и чего она. Но вообще обувь эта котируется. Это 28-29 будет, потому что женская. Точно такие же мужские, конечно, были бы уже под 40. Потому что там вообще идеальное состояние. Ну, еще такой вишневый красивый цвет. Нормально. Нет, этот... Это какой-то транзитный вариант. Это Мерилы. Написано мужские. Тоже размер 40. 43-42. Это да, это, по-моему, 29 или 35. Это был магазин $6, у них чек лежит. Ведь в отличном состоянии. А, судя по сетке, по-моему, это вот в районе воды, как бегать, чтобы сразу же все высыхало. То есть промок, что называется, и по лужам у ручья. Кто-то будет бегать, но не я. Да. Покоцанная Хока. Я ее поставлю на аукцион. Тут, вот тут внутри потертая сбоку. Как это сбоку-то умудрились вот здесь протереть? Это вообще, конечно, загадка. А подошва, в принципе, в нормальном состоянии. Я помню, у меня в еще худшем состоянии мужик купил. И я ему написал, слушай, ну-ка, она, говорю, покоцанная и все такое прочее. И он мне ответил, ничего, я видел, я знаю. Я, говорит, решил попробовать в ней, попрыгать, потоптать.
и заценить вообще, насколько оно того стоит, прежде чем покупать новое. А их потом оставлю, буду в них как рабочую обувь использовать. Это, там, к слову о том, кто покупает бэушную обувь. То есть люди очень даже дают себе отчет, поэтому думаю, где-нибудь $20 они будут стоить. Это у нас какой-то доктор... Да, какой-то. Очередной доктор? Очередной доктор комфорт. Это вот, вот он же, но, как ты видишь, уже для пенсионера уже более элегантного. Уже, что называется, который хочет, так сказать, выглядеть. Ну, хороший, да, комфортный, очень легкий, просто фантастически легкий. И тоже широкий. Собственно, почему взял? Модель. У него, у доктора комфорт, все модели именные. Вот это называется победитель, winner. Я так понимаю, что он победил смерть, дожил до 90 лет. А этот, Крис, то есть он еще пока не победитель. Он его, победитель его ждет где-то на финише. 29. Это промежуточный вариант. Да, 29 где-то. Ну, очень легкие. Вообще, да, в плане комфорта доктор комфорт оправдывает свое название. Это 100%. Это, а вот это можно назвать доктор антикомфорт. Сами видите, ну что это такое? Плоские. И хорошо бы это были бы кеды. Подошва жесткая. О! Я не знаю, как она пружинит. Этот кожзам такой вот. Ну, кошмар просто. Ну, Nike, ну что с них взять? А для чего это вообще? Корт Роял. Вот. Не знаю, какой рояльный корт. Ну, уходит. Это 46 размер, 12-й. По-моему, 30 я такие нашел, или даже 35. Они в отличном состоянии. Вот здесь только спиртом пройтись. Ну, тоже. Ну, не сказать, что прям вот ужас, летящий на крыльях ночью. Ну, так, в общем, средней паршивости. Nike тоже 30-ник. 34-й, по-моему, номер. Да, это 34? Или тут еще какая-то загадка какой-то. Они решили такой пазл сбасать, чтобы мы думали, что же это такое. Ну. Что там сзади, Наташа, написано на бирке-то? Это темпо чего-то там. А, на греческом, что ли? Да, там что-то такое. Мама дорогая, они кунпо, антумпа, тумпа, лумпа, потумпа. Вот, да. Ну, отобьются, ладно. Nike, конечно. Nike не разочаровывают. Надо признать. Задают загадки. Фу. Женские Кларксы Воллабис маленького 5 размера. Да, слушай, ну точно такие же, точно такие же коричневые и пятые, только что ушли за $29. Буквально позавчера. Совсем крошечные, я сейчас хотел спросить. Да, уходят совсем? Женские. Женские маленькие. Уходят? Уходят. Они в развес были. Ну, если уходят, Наташ, кто мы такие, чтобы мешать людям счастливо жить? Ну, какая красота. Слушай, какая красота. Это, по-моему, стильки у них были. Это называется Минотавр. Мексиканские сапоги. Для верховой там езды. Ну, не, ну это просто пряжки понтовые, женские. Я схватил, потому что вышивка, ну, какие цветочки, крутизна. Я, слушай, думаю, 39. Ну, у них опасно. Вот так вот за денежки. Зацепишь за черта? Да. Ну, ты так идешь аккуратно, знаешь, как будто ты обкакался так, наступаешь так. И не абы как в кроссовках там шуршишь, а так, в общем, уверенной поступью, что называется. Красивый. В развес уцепил Данер рабочие. Еще пока не проходился по ним мокрой тряпкой. Кстати, очень хорошее состояние структурно. И, соответственно, принесут. А где-то в районе 40. И напоследок доктор Мартин. Это был развес $30. Это уже, конечно, не Тобиас. Это уже сделано в Китае. Понятное дело. Подошва в хорошем состоянии. Подошва хорошая, так чуть-чуть здесь поношена, но это все терпимо. Вот. Ну и бёрки, по-моему. Да. А бёрки это из... Через дорогу этого самый Мега-3 в $10. А в районе 40 будут стоить, потому что отличное состояние, мужские, 44 размер. Это Аризона замшевые. Смотрите, просто идеальное состояние. В них очень мало ходили. Поэтому ты рискнул за 10. Да, ну, поэтому я рискнул, я знаю, что отобьется. Ну вот. Вот. Вот все в обуви. На этом все. Всем спасибо.
Всем пока. Всем до свидания.